Друзья, всем привет. Подождем, пока все подтянутся. По мере возможности напишите, как звук, как связь. Я постарался исправить интернет, чтобы не было таких косяков, как в прошлый раз. Подождем минут 5-10. У меня тут еще компьютер решил обновиться. Я, честно говоря, плохо не увижу ваши сообщения, поэтому придется подождать. Да, звук я отключил, потому что я тут хожу, шумлю, и не хочу, чтобы это было в эфире. Компьютер готовится уже присоединиться к нам. Ну, а мы пока подождем остальных.
Так, что же, те, кто не присоединился, присоединиться. Я не уверен, что я оставлю в записи это чудо. У нас сегодня тема, я сейчас пока за ноутбуком, вы уж извините, что я к вам спиной. У нас сегодня тема семинара «Кислотность молока». Это семинар курса через онлайн для тех, кто к нам присоединился не с курса, и непонятно, что это. Он проходил 2 дня назад, но из-за того, что я накосячил с интернетом, точнее, не подготовился, у нас все получилось через одно место. Ну и сегодня мы повторяем, плюс я немножечко в теорию углублюсь. По той причине, что, наверное, я в лекции хреново объяснил. Пока вы в чате можете задать вопросы. Вопросы, я повторюсь, задаем все в чате YouTube. Я запущу WhatsApp, но я его смотреть не буду. Так что учитывайте это. О, меня видно. Супер. Качество похуже. Ничего мне на себя смотреть. Так. На всякий случай WhatsApp. По качеству связи, я надеюсь, теперь все нормально. И со звуком тоже. Ну, по крайней мере, у вас. Мне чуть не ахти. Так. Начнем немножко с теории. Что же мы будем измерять? И вообще, нахрена мы это измеряем в молоке? Начнем мы с совсем известного pH. Так, у меня тут титрование, количество молока, воды, гидроксида натрия. Ну, если кому надо, я запишу это потом. Если кому не надо, в принципе, это на видео будет. Сможете отмотать и посмотреть. И вообще это есть в гости в любой книге. Ничего важного в этих данных нету. Поговорим мы сначала про pH. Что же это такое, откуда он взялся и почему мы именно его мы измеряем в молоке? Начнем с диссоциации воды. Так нам будет проще подойти к этой теме. То есть все знают, что вода – это у нас H2O. В принципе, молоко – это тоже вода. Ни для кого это не секрет. Но вода не содержится всегда в своей постоянной форме. Она диссоциирует. Диссоциирует постоянно, стрелочки в две стороны, то есть у нас есть всегда молекулы воды и всегда есть молекулы, ионы,
так скажем, водорода и гидроксильной группы. Положительные и отрицательные заряженные. Это то, что я в лекции, кстати, ошибся. Этот процесс происходит постоянно. То есть какие-то молекулы воды разрушаются и появляются ион водорода и гидроксильная группа. И в то же время они объединяются и появляются обратно молекулы воды. Это всегда так вот природой задумано. И мы все помним, кто-то знает, кто-то не знает, обычно в книгах пишут, что с помощью pH мы измеряем количество, объем, ну, пусть количество ионов водорода. А как мы к этому подойдем? Если кто помнит из курса школьной химии, кто не помнит, есть такая вещь, как производные объемов. Вот она пишется обычно вот так. Которая равна в 10 минус 14 степени. Вот эта штука является объемом ионов водорода и гидроксильной группы, которые содержатся в воде при температуре 22 градуса по Цельсию. Это тоже очень важно. Причем они же содержатся в равном количестве. То есть если взять вот тут объем единичка и тут объем единичка, так как у нас была одна молекула воды, она распалась, получилось два этих иончика. Они содержатся в равном объеме, и не вдаваясь в математику, квадратные корни, из этого мы можем вывести, что нас же интересует H+, его объем равен 10 минус 7 степени. Вот столько содержится свободных, пусть так скажем, да, чтобы легче воспринимать вам было, свободных ионов водорода в воде. Это нормальное содержание. При температуре 22 градуса по Цельсию, еще иногда говорят при комнатной температуре, то есть плюс-минус 2 спокойно, там 20-24 спокойно мы можем сказать. Вот если мы замерим pH воды, исключим там возможное количество содержания сторонних солей, еще чего-то, то мы получим pH равный 7. То есть вот это, вот эта семерочка в минус 7 степени, если взять десятичный логарифм, опять же, не будем сейчас вдаваться в математику, если кому надо, в учебнике это посмотрите. Десятичный логарифм вот этой, вот этого объема, то мы получим цифру Q7. Это pH воды. То есть мы должны понимать, что измеряя кислотность, это не значит то, что мы меряем однозначно кислую среду. Мы можем измерить воду и получим какой-то pH. Мы измеряем количество свободных, активных ионов водорода. Она еще называется активная кислотность. Именно потому, что мы измеряем количество активных, свободных. Это важно, потому что мы дальше перейдем к титрируемой кислотности. Что будет, если мы добавим кислоту? Не пугайтесь, мы сейчас подойдем к молоку, просто так
проще. Что будем, если мы добавим какую-нибудь кислоту? А давайте, кстати, молочную. Блин, я не помню ее формулу, честно скажу. Сейчас возьму учебник. Что будет, если мы добавим сюда? Ох, блин. Вот это у нас формула молочной кислоты. Не надо ее запоминать, нафиг она нужна. Молочная кислота – слабая кислота. Что значит слабая? Это значит, что она диссоциирует при растворении в воде не полностью. Значит... Значит, у нас, опять же, стрелочка в две стороны, а у нас есть равновесие между кислотным остатком. И у нас появляется, опять же, свободный водород. Сейчас это неправильно с точки зрения современных исследований. Дело в том, что свободный водород не может находиться, он связывается с водой, появляются ионы гидроксония, я это объяснял в лекции. Сейчас мы этого касаться не будем, вам так проще будет понять. Вот он появился, мы это добавили в нашу воду, к примеру, и у нас появились свободные иончики водорода. Что происходит? То есть у нас меняется вот эта цифра. Например, было не было 10 минус 7, а стал объем 10 минус 5. То есть если мы возьмем отрицательный десятичный логарифм, от этого получим циферку 5, и это наш pH. То есть мы добавили кислоту, тем самым мы изменили объем H с положительным зарядом и получили другую кислотность. То есть если объем у нас его увеличивается, то pH сдвигается в сторону кислой среды. То есть если у нас, так, где у меня тут доска, и вот здесь у меня еще места хватит. То есть если у нас 7 это норма, то вот этот участок, стремящийся к нулю, это кислотная среда. Выше семерки – это щелочная. Мы редко сталкиваемся, но, в принципе, для общего понятия, что происходит, как сдвинуть в щелочную среду, нам просто нужно добавить какую-то щелочь. В жидкости у нас появится дополнительно вот гидроксильные группы отрицательно заряженные. И равновесие это у нас сдвинется в сторону щелочной, так как часть ионов водорода, они нам здесь важны, они будут связываться с гидроксильными группами, и их объем будет уменьшаться. То есть, например, добавили, у нас там получилось в 10 минус 9. То есть эта цифра меньше, то есть это степень в минусе. И, само собой, опять же, отрицательный десятичный логарифм, это у нас циферка 9, это pH 9, это pH щелочной среды. Всем понятно? Ну, вы там напишите что-нибудь.
Что же о молоке? О молоке, в принципе, все то же самое. Единственное, за исключением одной маленькой детали. Когда мы получаем свежее молоко, мы измеряем его pH на приемке, и у нас где-то в среднем pH нормального молока 6,8. Отсюда возникает вопрос, почему 6,8, если нормальный pH, это у нас 7. Тут вступает в действие буферная система молока, и в принципе реально в свежем молоке кислот никаких нет. Есть у нас соли, есть у нас белки, и именно с ними связывается часть свободных ионов водорода. Это мы обсуждали в лекции про буферную систему молока. Сегодня мы будем с вами мерить pH двумя приборами. Один – это явный представитель китайского автопрома. И второй – это Теста 206, наш рабочий, обычный, довольно бюджетный прибор. И увидим, чем же они отличаются и как они работают. Плюс мы с вами еще сегодня… Так, мы будем измерять молоко. Свежее, холодное, не обращайте внимания на бутылку. Я просто перед варкой сыра забыл сказать, что мне молоко оставили. Пришлось взять с фермы в бутылке. И у меня есть немного сыворотки, которую мне оставили сегодня, когда варили сыр. Мы будем измерять их кислотность методом pH-метрии. И также мы будем титровать. Что нам дает титрование? Сейчас я посмотрю, нужны ли нам какие формулы с вами. Ну, наверное, нет. Я уберу книжку, чтобы она мне здесь под ногами. Нет, ничего нам здесь больше не нужно. Так, что тут в WhatsApp? Я все-таки отвлекусь. Угу. Так, хорошо. Почему титруемое? Ну, во-первых, я покажу, что для этого нужно минимальное количество оборудования. Все-таки pH-метры недешево стоят. Ну и титруемая кислотность появилась намного раньше, чем pH-метрия. И именно она сыграла очень значимую роль в определении качества молока и вообще в изменении подхода к сыроделию. Торговать начали очень давно, и поэтому можно сказать, что даже 100 лет назад у нас там это использовали определение кислотности. Чем отличается титруемое от pH-метрии? Тем, что титруемой кислотностью мы определяем не только свободные ионы водорода, но мы и определяем потенциальный, она еще называется потенциальная кислотность. Вот это очень важный момент, когда я говорил про активную кислотность pH, то это у нас потенциальная. Сейчас, минуточку.
продолжим. pH – это активная кислотность, титруемые мы измеряем потенциально. Почему потенциально? То есть у нас есть ионы водорода, но мы с вами говорили, что, например, молочная кислота – это кислота слабая. А следовательно, она диссоциирована не полностью. То есть можно представить, что, например, сейчас есть звук? Да, я отключал его, прошу прощения. Есть молочная кислота. Я вот даже ее формулу писать не буду. И она постоянно в равновесии между кислотным остатком и ионом водорода. Да? Видно на доске? Вроде видно. Вот. И когда мы измеряем pH среды, то мы измеряем только вот это. Вот. Активный. А когда мы титруем, мы измеряем все вот это. То есть мы измеряем не только свободный, но и ту молочную кислоту, которая не диссоциировала. Как это происходит? Это происходит очень легко. Когда мы начинаем титровать, вносим в наш раствор щелочь, он начинает связывать свободные ионы водорода. И чтобы восстановилось равновесие, молочная кислота начинает диссоциировать, то есть появляются все новые, 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 до тех пор, пока полностью молочная кислота либо другие кислоты, которые у вас содержатся в растворе, да и в молоке, например, не диссоциируют полностью. Вот это, в принципе, принципиальная разница. Когда мы титруем сырое молоко, мы измеряем в основном буферную способность молока. Можно сказать и так, потому что мы титруем кислотные остатки, соли и белки, которые находятся в молоке. Что лучше, можем долго спорить, но я могу вам однозначно сказать, что отталкиваться мы должны от тех процессов, которые мы используем. И большей части процессов нам важна активная кислотность, а не потенциальная, которая измениться может. Потому что активная кислотность у нас влияет на стабильность мицеллокозиина, она у нас влияет на скорость растворения солей кальция. Ну, в общем, все, что мы в лекциях с вами обсуждали, все, что зависит от кислотности, в первую очередь, это зависит от молочной кислотности в данный момент времени, а не то, что там диссоциировать еще может. А почему титруют на приемке? Здесь все банально. Дело в том, что pH-метрия и свежее молоко можно иногда некорректно определить начало скисания. По той причине, что буферная способность молока возьмет на себя часть диссоциированной молочной кислоты, которая уже могла там образоваться из-за нерадивого фермера, некачественного хранения молока, некачественной транспортировки молока. Но она там есть. И pH мы, увы, точно определить это не можем. Ну, если вообще там не жопа полнейшая. А вот титруемой кислотностью определить наличие молочной кислоты мы можем. И сейчас чаще всего как раз титруемая кислотность используется для определения качества молока и для определения количества выработанной молочной кислоты за время процесса работы с молоком. Зачем это нужно? Ну, к примеру, для того, чтобы узнать остаток лактозы. Если мы знаем исходное количество лактозы, если мы знаем количество молочной кислоты, которая выработалась, например, в каком-нибудь кисломолочном продукте, то
мы можем узнать остаточное количество лактозы. Для меня вот это все. Все остальное для меня важен pH. Но когда pH-метра нет, титруемая кислотность может нас спасти, потому что растворы довольно легко найти. Ну, перейдем к практической работе. Начнем с pH. Жень, банданы. Кстати, где бандана? Я вообще на бейсболке перешел, хочу себе белую. Значит, у нас есть два прибора сейчас. Теста 206, одна из самых доступных нормально работающих моделей. 206, pH 2, она у нас с длинным электродом, то есть мы можем ее углубить в сыр, хранится в геле, и это очень важно, то есть следим и за состоянием электрода, и за состоянием геля, потому что электрод стоит дорого. Китаец типовой, я думаю, все его видели в магазинах, с острым электродом, подходит отлично для сыра. Хранить нужно в растворе для хранения, иначе хорошим это не закончится. Хотя с ним и так ничем хорошим не закончится. Ну, начнем с того, что мы проверим, в каком же они состоянии. Вот этот пролежал где-то месяц. Ну, на последней лекции я брал его, но не калибровал. Этим мы работаем каждый день. У нас есть два калибровочных раствора. pH-буфер 4.0 и pH-буфер 7.0. Ага. Четверку мы использовать не будем. Мы сейчас используем тот, который ближе всего у нас к молоку, к pH молока. Это 7.0. И мы посмотрим, что же нам покажет. Ну, сначала китайца. Так, единственное, я сейчас подготовлю, чем сполоснуть. Тут у меня есть дистиллированная вода. И салфетки мне нужны. Так, где я? Где камера? Камера, ходи ближе. Наверное, вот так. А на титровании я еще поближе поставлю. Так, возьмем наш pH-метр. Сполоснем в воде. И приложим к салфетке, чтобы обсушить. Включим. Угу. Что, он будет у меня включаться? Ну вот, хотел показать китайца плохого. О, включился. Так, я опущу его в
калибровочный раствор и попробую вам показать, если будет видно. Нет, не видно, отсвечивает. Поэтому я просто буду сам читать тогда, что он здесь показывает. Шесть и восемь показал наш прибор. Так, кто у нас заблудился? У нас кто-то заблудился. Так, и посмотрим 206-й. Тоже аккуратненько споласкиваю в воде и обсушиваю электрод. Опускаю, не касаясь дна или каких-либо пластиковых элементов. Он довольно быстро работает. То есть вот уже стабилизировались показания 7.01. 7.0 даже. Вот так. Погрешность у него 0,03. Поэтому если даже было бы там 7.03 или 6.97, я бы его бы еще покалибровать бы не стал. Ну или хотя бы сделал бы 3 измерения. Так, меня что-то вообще не видно. Хотя, что на меня смотреть? Хотя бы сделал бы 3 измерения, чтобы понять, врет он или нет. Что касается обслуживания, калибровать теста по-хорошему нужно раз в месяц, либо если вы заметили, что какая-то беда с ним, вы калибруете. Китайца нужно калибровать перед каждым измерением, желательно. Но вот если, не дай бог, с теста что-то случится, я как-то выживу с ним, но на китайце нету термокомпенсации. То есть на 20 градусах плюс-минус 5 он еще показывает правду, на температурах высоких, выше 40, он начинает показывать погоду в Китае, но не активную кислотность молока. Поэтому имейте в виду. Здесь дилемма, что же взять, дешевый или не совсем дешевый, потому что это недорогой. Если вы будете смотреть pH-метры получше, попрофессиональней, с более низкой погрешностью, хотя 0,03 вполне себе для молока меньше и не надо, но более быстродействующие, то цены будут и 25, и 45, и 65. То есть для сравнения этот, по-моему, в районе 14 стоит, этот в районе 5. Я могу ошибаться, да давно не смотрел на них. Цены. Выбор за вами, и
Будьте аккуратны с ними, то есть всегда жидкость для хранения, либо гель в зависимости от типа электрода. В российских pH-метрах, например, 150 ми, который стоит, по-моему, сейчас 11 тысяч, у него обычный стандартный электрод с жидкостью для хранения, плюс его нужно заправлять, плюс электрод для измерения температуры идет отдельно. Лучше уж тестер тогда купить. Если говорить о дорогих, эксперт pH, он стоит 30 тысяч, но тоже электрод отдельно, датчик температуры отдельный. И, честно говоря, когда я работал на нем, я был совершенно в шоке. Поэтому из бюджетных ищите либо тест, либо аналоги. Что-то типа такого, если все-таки решите, что pH-метр вам нужен получше. Оксана, 7.05 провести два измерения еще в любом случае. И среднюю только тогда смотреть. Любые измерения проводятся три раза и берется средняя. То есть, если у вас есть сомнения, опустили в калибровочный растворик, посмотрели 7.05, пополоснули, высушили еще раз, опустили, посмотрели, и так еще два раза, и только потом среднюю возьмите. Ну, а если есть время, то почему бы и нет калибровать? Так, давайте посмотрим, что, я думаю, с китайцем все ясно, не будем уже пихать его в молоко. Посмотрим, что у нас тут с молоком и сывороткой. Так, у нас есть, чтобы нам не запутаться, у нас есть молоко. Холодное. Я бы, конечно, его нагрел, но, честно говоря, заморачиваться сейчас не хочу. Но вам советую все измерения проводить при температуре 20 градусов по Цельсию. Ну, на приемке. Понятно, когда вы работаете с сывороткой в ванне, там температуры будут отличаться уже. Но если у вас прибор без коррекции по температуре, то однозначно лучше остужать либо нагревать. Так, ну и сыворотка. Много сыворотки. У нас есть две среды, которые мы сейчас будем измерять. Это мне больше не понадобится. Молоко тоже. Не ленитесь, pH-метр – это ваш еще один орган чувств, поэтому всегда обращайтесь с ним аккуратно. Перед измерением обязательно ополоснули. А что значит не входит в реестр? А зачем вам, чтобы pH-метр входил в реестр? Или у вас предприятие какое-то хитрое? Честно говоря, и пофиг, что он не входит. Купить? Или вы имеете в виду его не купить вообще? Вы же не производите никаких измерений, которые должны быть на, ну вот, как теста СЭС требует, обалдеть. Какой у нас хороший СЭС. Ладно. Купите теста, а СЭС скажите, что вы титровальную установку использовать, ее можно собрать тысячи за две. Так, измерим, что у нас с молоком, заодно посмотрим, какая температура.
12,5 примерно температура молока и pH 6,77, 6,76. Прыгает, но он, конечно, не знает. Показатель это измеряет довольно быстро. Если мы сейчас... А, давайте китайца опустим. Чем мы ленимся? Ну, вот не видно, блин. Хоть камеру специальную заводи. После измерения споласкиваем легонечко, без фанатизма. И также, прикасаясь к салфетке, обсушиваем, не вытираем, не трем, не зачищаем, исключительно обсушиваем. Что касается техобслуживания, временами перед калибровкой, например, сделайте растворчик фейри, пару капелек в воде, сполосните, опять же, в водичке сполосните. Время от времени можно недолго подержать в растворе фермента молокосвертывающего. Это, в принципе, написано к любому прибору, связанному с молочкой. Так, что же у нас с сывороткой? Вот, кстати, она остыла, и ее состояние и кислотность дальше не набиралась. У нас сегодня была культура 6,4. Представляете? Сыворотка стоит с обеда. Не скисла, а сыр готов. Так. Так, давайте китайца попробуем, раз уж говорили 6,77, да, у нас молоко было. Ну, я думаю, понятно, без слов. Он показывает. Я не говорю, что он плохой. Если нет вообще никакой возможности, но вы можете купить хотя бы вот этого зверя, купите хотя бы его. Да пофиг. Просто опустите временами в калибровочную жидкость. Калибруется он довольно быстро. Сложности не составит никакой. Так, на этом мы с pH-метрами закончили. Возьмем. Так, у меня там свежий растворчик. Разница между титрованием и pH. Так, мне ругают, что я вопросы не повторяю. Денис, а можно про разницу между титрованием и pH-измерением? Их надо делать параллельно или одно заменяет другое измерение? И как сопоставить тернеры к pH? Ну, от обратного сопоставить. Есть таблички в интернете, но они исключительно для приемщиков молока, вот вы знаете, реально не более. Когда замерили одно, а вам в журнал замерили в pH, а вам в журнал в
градусов Тернера записать надо. Ну вот лишь для этого, потому что надо. А реально там разница может быть значительная, причем на разных продуктах она может отличаться. Это тоже очень важно. А сопоставлять однозначно нет. Разницу титрованием и pH. Ну вот я говорил о том, что по титрованию хорошо принимать молоко, а по титрованию хорошо делать расчеты какие-то. Все остальное делайте в pH. Если pH-метра нет, тогда уже, конечно, на титрование. Про буферную способность спорить, про фанатов титрования увольте. Не готов. Перейдем к титрованию. Что нам для этого надо? Так. Представим ситуацию. Вася, спасибо за растворы. Свеженькие. Представим ситуацию, что у вас нет pH-метра. Что ж тогда делать? Всегда можно найти или подготовить раствор щелочи, и найти раствор фенолфталеина 1%. Дистиллированной воды, шприц, ну, либо прям вы купите прибор для титрования, стоит он копейки, его, кстати, можно не покупать готовый, можно купить держатель для пробирок и купить вот такую бюреточку, она стоит тоже недорого. Я думаю, реально собрать вот эту хрень можно за 1000-1500, не дороже. Если же у вас нет возможности, то вам вполне хватит шприца медицинского для того, чтобы брать жидкость нужного объема. Либо пипеточка вот такая с измерениями. Да дофига чего можно в хозяйстве найти, чем замерить. Сначала мы сделаем вот так. Так, я, наверное, солью вот это все. Та-дам. Да, спиртовой. Дистиллированную воду это в автомагазине. Она там очень дешево. Можно еще дистиллятор придумать. Так, нам нужно заполнить фенолфталеин. Блин, его один раз купить в каком-нибудь магазине реактивов, либо там в ветеринарку сходить и попросить у них. Я вот сейчас ерундой страдаю, не обращайте внимания, просто у меня, я очень, точнее, я не титрую вообще. Этот цирк только для вас.
друзья. Та-дам. А, да, мы сейчас проведем и титрование молока, и сыворотки. Конечно. А в бюретке мне просто нужно налить до нуля, чуть даже выше нуля, чтобы потом выровнять по нижнему миниску. Кто же понимает, что такое нижний миниск, то там... Граница такая, то есть. А если бы я делал пипеткой, я просто бы лил и потом смотрел, сколько по объему я потратил. Попробуем сделать и пипеткой тоже. Так, я налил больше, чем надо. Не смертельно, а даже полезно. И теперь лишнее сольем и выровняем. Так, я сейчас, чтобы вам веселее было, я вас отправлю сюда. У меня задержка, поэтому я... А, блин, чё идиот? Я ж могу смотреть вот сюда. Вообще круто. Всем все видно? В общем, я вот сюда залил раствор щелочи, перепачкал все на столе. А сейчас выровняю. Я выровнял вот там по нолику, и заодно мы тем самым выгоняем воздух из пипеточки. Так, сейчас мы... Так, что нам нужно для титрования? Нам нужен прозрачный стаканчик. Вот такой. Ну, либо что-нибудь похожее на него. Нам нужно 10 кубиков молока. Сейчас я весь перепачкаюсь. Я даже использую обычный шприц. И 20 миллилитров. Видели, там в самом начале на доске написано было? 20 миллилитров дистиллированной воды. Шприц, конечно, нужно сполоснуть. Но, честно говоря, чистота эксперимента мне сейчас не важна. Вы уж не обижайтесь. Я и так сейчас кучу посуды перепачкаю. Вот. 10 миллилитров молока, 20 миллилитров дистиллированной воды. И сюда мы добавляем 3 капельки раствора фенолфталеина, который вы можете сделать и хранить.
Так. S. Есть такая прикольная штучка специально, чтобы капать его. 2, 3. Легонечко перемешаем. Вот, кстати, на столе была щелочь. Видны кровавые следы. Как хранить в герметичной таре? Это про фенолфталин был вопрос. Ну и теперь к нашему получившемуся раствору мы начинаем потихонечку вливать раствор щелочи. Так, сейчас я сделаю так. Вот видите, он меняет цвет. Я размешиваю, и он опять становится белым. Мы будем вливать раствор щелочи до тех пор, пока цвет не сохранится в течение минуты-двух. То есть должен быть слабо-розовый цвет. Если у кого есть проблемы со слабо-розовым цветом, в гости есть инструкция, как сделать эталон слабо-розового цвета и с чем сравнивать. У меня нет с этим проблем, потому что я это не делаю. Ну и в какой-то момент просто нужно перестать так страшно много наливать. Вот, уже он начинает изменять, уже не такой белый. Обычно, знаете, еще сзади стоит экран подсвечивающий для того, чтобы лучше определять цвет и заодно видеть. Ну, вот я даже перебрал, по-моему. По-моему, даже сильно. И смотрим, сколько же мы вылили щелочи. Так, 1, 2 у нас здесь. Одна целая и 0,8 миллилитра. Умножаем на 10, получается 18. И это наши с вами градусы Тёрнера, что в принципе соответствует хорошему молоку. Сейчас я доберу, и мы сделаем на сыворотке. Угу. Так. Если кому непонятно, здесь шкала. Шкала в единицах 1 и 2 – это 0, 1 кубик, 2 кубика, 3 кубика. Все очень просто. Давайте я испачкаю еще один стакан. Возьму сыворотки. Дистиллированной воды.
также 20 миллилитров. Опять что-нибудь запачкаю. Раз. Два. Три. Три капельки раствора фенолфталина, который вы сделаете один раз, и он у вас будет храниться. Сроки хранения можете посмотреть, они в ГОСТе прописаны. Размешали. Андрей, вода добавляется для того, чтобы... Как проще объяснить? Если хочешь, я сейчас формулу найду, нарисую. Без воды у нас нам сложно добиться будет более точного результата. То есть, давай банально словами, разбавляем для того, чтобы расширить границу титрования. И то же самое, представим, что мы взяли сыворотку во время варки сыра и начинаем титровать. Вот что-то у меня сейчас, блин, я идиот, вы знаете, я забыл выровнять. Мне одна знакомая говорила, что она в принципе не возится со щелочью, прошу прощения, с титровальной установкой, а делает это все просто пипеткой. Я в принципе с ней согласен. Это, наверное, даже легче. Я сейчас помыл посуду, до конца не смыл. Лентяй. Нет, там не от 1,8. Я добавил щелочь для того, чтобы выровнять до нуля и не слил. Я даже не помню, сколько там было. Ну, ведь хочется как по-правильному. Та-там. Та-там. Там был в самом начале вопрос, чем я стол обрабатывал. Дезинфицирующее средство. Раз, два. Блин, по-моему, я перелил. Ну вот, у меня руки розовые. Так, теперь мы не сделаем уже такую ошибку. Мы выровняем. Угу. О, розовая водичка. Малиновый, говоришь? Ну, в принципе, согласен. Хотя не, розовый. Так, и начинаем также тихонечко вливать. А, в принципе, вначале мы можем даже слить какой-то минимум для того, чтобы, если мы уже знаем примерно, где мы находимся,
Но лучше, конечно, не спешить. Ну вот, вот. Блин, как-то. Саш, слушай, ну я бы не сказал, что это средневековье. Просто мы вот это делаем как средневековье. Я поэтому и не вожусь с этим. Во-первых, можно взять стандарт, то есть с чем сравнивать это все. А во-вторых, сейчас все чаще делается пиашметрическое титрование. Знаете, в чем его суть? Мы не по цвету определяем. Мы вот к этой установке, единственное, там с магнитной мешалкой, и там необходимо это делать с пиашметром, подключенному к какому-нибудь прибору, который будет вести замер и график рисовать. И не на цвет смотрится, а доводится до определенного pH. То есть стандарт, и когда достигается этого pH, задерживается на нем, уже тогда высчитывается тот объем, который был потрачен. И это считается точно. Более того, это является арбитражным методом при споре за кислотность молока. Так, сколько мы в итоге потратили? Мы в итоге потратили 23-24 градуса Тернера. Вот кислотность этой сыворотки. Смотрите, что я еще хотел сказать. Да, человеческий фактор там исключается, потому что так у меня тоже очень много вопросов к этой системе. Что я хотел сказать? Я хотел сказать, что вот этой хренью можно заниматься без штатива. Например, взяли мы, подготовили молоко, да? Дистиллированную воду. Давайте вот здесь, чтобы было видно. Не использовал обычный шприц. 3 капли раствора фенолфталеина. 1, 2, 3. Размешали. И теперь нам нужна, у меня нет под рукой пипетки, которая могла бы быть с объемом. Ну, представим, что вы взяли обычный шприц, в который набрали 4 кубика. Вот есть маленькие такие, да, даже у вас пипетки нету. Вы взяли, набрали в шприц. Я сейчас просто... Это будет не совсем точно. Просто хочу вам показать. Вот набрали, вы взяли более точный шприц, лучше пипетку. Есть пипеточки такие с калибровкой. И по чуть-чуть просто добавляете, да? Вот прям с пипетки, без прибора, но пипетка должна быть градуированная. И точность должна быть 1/10. Я сейчас примерно постараюсь выдавить
Вот у нас уже появился оттенок. Ну вот здесь, блин, точность, конечно, оставляет желать лучшего, но примерно почти два кубика я потратил. Конечно, не со шприцом надо делать его точностью, потому что тут в носике еще что-то осталось. Пипетку найдете, и вам не нужен этот прибор даже. Есть такие специальные лабораторные длинные пипеточки, они похожи на вот эту. Но только здесь начинается от 3 миллилитров. Вот, я думаю, сейчас ее видно. А вам вот такую же нужно, но начинающуюся с одного. Так, Андрей, а если меньше или больше воды добавим? Нет, Андрей, тут не может быть меньше или больше. То есть вот есть условия, при которых проводится титрование. Вот прям нужно точно отмерить. По нижнему мениску в колбочках, в пробирочках довольно точно можно отмерять. Поэтому у вас сложностей не должно быть. Так. Розовый. Цвет настроения розовый. Так, сейчас я уберу то, что тут надо, мойку, и вернусь к вам. Вообще так, друзья, давайте так поступим. Я сейчас тут это немножечко... О. Ну, прикольный розовый цвет. Вот даже ради этого можно заниматься титрованием. То еще молоко нафигачу. Друзья, у вас есть целая... Целая 5 минут для того, чтобы придумать вопросы, если они у вас есть. Что произойдет, Андрей? Ну, результат будет неправильный. Вот я могу это сказать. Сказать однозначно, какой будет, я не пробовал. Так, чуть повыше. Температура влияет, но не критично. В данном случае на титрование это не повлияет сильно. Но у меня пауза 5 минут.
ребята. Что я могу вам сказать? Все заново. Так. Это называется вечер четверга. Меня же слышно теперь? Напишите, что меня слышно. Супер. Заново. Так. Жень или Юля, кто под аккаунтом, не знаю. Какую оптимальную температуру молока брать для титрования? Все анализы мы делаем на температуре 20 плюс-минус 2 градуса. Если хотите делать идеально, делайте на этой температуре. В принципе, никто не заморачивается даже в угличе с температурой сыворотки той же, когда они делают при титровании. На сколько градусов Тернера должно произойти изменение через 30 минут после внесения закваски при производстве сыра? Не скажу. Ну, во-первых, не титровал. Во-вторых, какую мы сухую вносим, рабочую закваску. Блин, тут столько много вопросов можно задать, поэтому не скажу и, более того, не использую этот параметр для определения работы закваски. Андрей, непонятна разница между титрованием и pH, где и когда использовать тот или иной метод. Смотри, Андрей, я вам сегодня хотел показать о том, как можно измерять кислотность. Если есть pH-метр, работай с pH-метром. Активная кислотность важнее в большинстве процессов. И мы это обсуждали на лекции. Титрование как возможность замены, если нет pH-метра. Плюс, ну, душа иногда просит экспериментов. Конечно, дьявол в деталях, и когда ты углубишься дальше в изучение химии молока, то, конечно, для себя определишь те моменты, где важно титрование. Для меня оно, вот, как для технолога, важно на приемке молока. И то мы это не делаем. Так, Александр, сейчас хорошие мол-анализаторы и градусы Тернера и pH автоматически меряют. Не меряют анализаторы градусы Тернера. К сожалению, для тех, кто хочет, забейте автоматические титровальные установки. Они работают чуть по-другому и стоят бешеных денег. И без растворов все равно не обойтись. Все остальное – это перевод по условной таблице, который нужен для ленивых, типа как я, для того, чтобы измерить pH и в журнал приемки молока записать в градусах Тернера. Андрей, можно ли титрованием или pH определить пороки молока? Если да, то какие? Два главных мастит – это когда у нас градусы Тернера ниже, чем 14, и когда pH выше семерки, и косвенно бакобсемененность, хотя мастит тоже косвенно. Прошу заметить, не надо сразу тыкать фермера маститом. И косвенно бакобсемененность – это когда кислотность высокая. При внесении рабочей закваски где-то на 1,5 градуса Тернера падает. Сколько рабочей закваски? В книге польской, забыл автора, про сыр, есть табличка, они умудрились все-таки сделать расчеты
в зависимости, какой процент мы вносим рабочей закваски, как меняется и градусы Тернера, и pH. Кстати, книга 70-х годов активно использовалась pH уже тогда. Сухую сухую. Блин, оно тебе это реально надо. Вот я оставляю на 30-40 минут, и мне пофиг, насколько там изменилось. Она в любом случае живая. Ну, реально, я не знаю. Вот вы знаете, вот эта тема, как определить, живая ли закваска. Да, она живая, друзья. Мы подохнем, она останется жить. Мы подохнем, отключится электричество, сдохнет холодильник, а закваска будет жить. Так, я тут сейчас чат посмотрю. А у нас еще 42 человека. Ни у кого никаких вопросов нет. Не, ну если нет, я, конечно, закончу мучиться. Кто поставил дизлайк? Кто этот козел? Реально. Я, блин, слов нету. Так, друзья, те, кто на курсе Cheese Online, в первую очередь это для вас. Поэтому, пожалуйста, если остались вопросы, спрашивайте. Андрей, очень приятно твое рвение понять, что и откуда. Я прям горжусь тобой, ты молодец, потому что ты именно вот такими вопросами въедливыми доходишь. Единственное, не переставай их задавать. На некоторые я тебе просто банально не смогу ответить, они охватывают слишком пласт широкий. Но многие вопросы, которые ты задаешь, остальные почему-то опускают. Так, в китайском pH-метре точно нет термокомпенсации? Однозначно. Вот в этом устройстве нет термокомпенсации. Более того, вот если смотреть на его устройство, тут нет ничего похожего на термопару. Хотя есть китайцы с термокомпенсацией, но конкретно вот такого вида, у него электрод съемный, то есть вот у него соединение только под электрод для измерения pH, и все. Ирина, добавление соды в молоко можно ли выявить при приемке? Да, для этого есть тесты. Тест полоски, вам не нужен pH-метр, сода, мочевина, перекись водорода. Что еще наши фермеры туда умудряются лить? Ну, антибиотики не берут, там история посложнее. Вот на эти три однозначно есть тест полоски, с помощью которых можно выявить добавление.
Твердые вещества можно ли титровать? Да. А, не разбегайтесь. А, в ГОСТе прописано о том, что можно сделать, высчитать градусы Тернера к сыру. Кто-нибудь хочет сделать это сейчас? Окей. Сейчас мне нужно подготовить... В общем, суть в чем? Нам нужно 5 граммов сыра. Если вот сейчас мне память не подводит, 40 миллилитров дистиллированной воды. Дальше все точно так же. Единственный коэффициент мы умножаем не на 10, а на 20. Так, весы у нас есть. Мне нужно сыр найти где-то. Сыр растирается в терке. Сыр растирается в ступке вместе с водой до состояния такой эмульсии. Сейчас я пошел сыр искать. Так, я нашел кусочек сыра, а теперь нам надо это как-то сделать. У меня нету ступки, поэтому... Так, нам нужно 5 грамм сыра. Угу. 5 грамм сыра я нашел. Добавим 10 миллилитров дистиллированной воды. Стаканчик. Если есть вопросы, вы пока можете их в чате там пописать. Я пока здесь подготовлю все. Так, я здесь. Да, теста pH 206 рекомендую, а еще больше рекомендую 205. Раз. Три. Я не знаю, как это без ступки в однородную массу сделать, но сейчас попробуем.
Так, это мне больше не надо. Ага. Честно, сам никогда такой ерундой не занимался, но вам с удовольствием покажу. Читал об этом. Еще все время думал, а кто что делает. Сейчас я делаю неправильно. Еще по одной причине. Вода должна быть температурой 40 градусов. 40-50. Как понять, когда пора менять гель для хранения теста? Смотри, там, во-первых, на колпачке есть полосочки такие. Когда ты новый гель покупаешь, колпачок, гель в нем ровно по этой полосочке в основном. Со временем у нас туда попадает вода вместе с электродом, если мы там плохо обсушили, еще что-то. Ну, случаи разные были, никто ж не идеален. И гель начинает набухать, он увеличивается в размерах, это раз. Очень сильно может увеличиваться. Второй симптом, когда ты вытаскиваешь электрод, и на электроде видны кусочки геля. Гель однозначно начал разрушаться. Теперь я куплю ступку. Не, у меня вообще, как бы вот что хотелось иметь, это однозначно редуктазник для полного счастья, термостат водяной для подготовки проб и термостат сухой для того, чтобы оставлять там, например, для чашек Петри, либо для аналогичных анализов. В холодной воде это сложно сделать, в однородную суспензию. Лекция записывается, но, друзья, это не лекция, это семинар курса. Я его оставлю до завтрашнего дня. Потом я уберу в закрытый доступ, и не обижайтесь, ладно? Мне и так перед студентами стыдно, что я в открытый доступ выложил. Просто тема такая больная. Я вот такие попсовые темы. Все-таки хочется рассказать о них, чтобы уменьшить количество обсуждений в чате. Так. Где я? Я здесь. Вот такая штука получилась. В общем, суть в чем? Вы, наверное, услышали, да? Я записывать не буду. Несколько важных отличий и условий. Первое. Нам нужна горячая дистиллированная вода. Нам нужна ступка или что-то похожее для того, чтобы это растереть в однородную суспензию. И результат титрования умножаем не на 10, а на 20. Сейчас у нас данные вряд ли будут верны. Сейчас я подровняю немножко. Вот так. В остальном все так же. 3 капли фенолфталина раствора. 1, 2, 3. Я не сильно заслоняю. И начинаем баловаться дальше. У нас сейчас
Вот здесь. Ну вот, появился слабый розовый оттенок. А сколько что я потратил? Сто сорок. Наверное, 140. Так, сейчас я ГОЗы даже открыл. Блин, в ГОСТе уже активная кислотность. Ну вот, мне даже сравнить не с чем. Нет, у меня под рукой, у меня книги в кабинете, в библиотеке, но при таком измерении у меня получается 140 градусов Тернера. Правда это или нет, учитывая, что я это сделал, ну, очень сильно не по правилам, однако же это возможно. И более того, если у вас реально нет pH-метра, и вы хотите понять результат вашего готового сыра, когда вы пробуете его и думаете, блин, перекис он или не перекис, или мне кажется, или все в норме, и, ну вот нет pH-метра, сделайте титрование. Опять же, я говорю, у нас к этой всей истории добавляется ступка, она у всех есть на кухне обычно, кто готовит. Понятно, да, то, что я делал, сыр измельчил, растер, растираем в горячей воде примерно 40-50 градусов по Цельсию. Добавляем в 40 мл дистиллированной воды 3 капли фенолфталеина. Дальше титруем, как молоко, результат умножаем на 20, а в молоке на 10. Так, Андрей, что такое активная кислотность? Это было в лекции. Наверное, было. Еще раз, Андрей. Когда мы измеряем водородный вот этот показатель, свободные
ионы водорода. Либо, если уже в лекции было, смотри, в лекции у нас было вот так. H3O. Я вам говорил, что вот этого существовать не может. Оно на самом деле объединяется с водой, и получается у нас вот такое. И вот это мы pH-метром и измеряем, а не вот это, если уж по-правильному. И вот объем объем этих молекул – это и есть активная кислотность. А титруемая кислотность, да, гидроксония, все верно. А титруемая – это вот это плюс то, что еще может появиться, так как у нас, например, молочная кислота, которая в результате процесса, не знаю, там уксусная, лимонная, они не диссоциировали, не распались. Они не распались до конца, но они есть. Однако pH-метры мы их измерить не можем. А вот титрование мы измеряем и это, и вот это. Потенциальную кислотность. Но для большинства процессов при производстве сыра нам важна активная кислотность. Так, 2 минуты, 1 минута на вопрос. Я пока здесь приберусь немножко. Да, Андрей, это классно, что ты понял, но косяк в том, что мне нужно тренировать свою способность объяснять. Я знаю, а вот объяснить иногда довольно сложно. Что значит обратная корреляция при измерении pH? Sorry, мой словарный запас не переваривает это в голове. Подскажи вопрос последний, Дим, что имеешь в виду? А, ты имеешь в виду, почему? Да потому что это разные величины, мы совершенно разные измеряем. Смотри, pH мы измеряем объем, количество. Да как мы тут, мы, может, не химики. Мы же сыровары. Объем вот так можно написать. Можно написать вот так.
И давай опять же воды, да? 10 в минус 7. Когда вот это наша цифра, вот он pH, в принципе. Другое дело, что так с ним работать сложно, и мы берем минус десятичный логарифм вот так. И у нас получается тогда 7. Вот это pH. Однако, что мы меряем pH? Мы измеряем количество активных ионов водорода, гидроксония. Кому как удобно, кто как готов поспорить за химию. Это pH. Титрование. Здесь мы измеряем, сколько нам необходимо щелочи, раствора щелочи, для того, чтобы нейтрализовать кислоту, образно кислоту. Да, давайте, чтобы не вдаваться.